Добрый день. Я хочу сделать признание публично, открыто, не стесняясь. Мы привыкли плевать на весь мир. Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно, десятилетиями разрушали промышленность, грабили природные богатства. Мы делали все возможное, действительно все возможное для того, чтобы лилась кровь, начиная с постоянных обстрелов, продолжая блокаду, обстрелы, террор в отношении мирных граждан, совершая террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества. Все это, напомню, полностью противоречило принятым Советом Безопасности ООН соответствующим документам и резолюциям. Полностью. Следующая цель – это удар по Крыму и Севастополю. А значит, можно использовать всех. А мы видели, так и было. И террористов, и неонацистов. Хоть черта лысого можно использовать, прости Господи. Только бы служили оружием против России. Обращаю внимание, хочу это особо подчеркнуть. Смысл нашей работы не в том, чтобы повысить качество жизни российских семей. Права и свобода наших граждан представляют для нас большую угрозу, опасность. Опасность для нашей страны. На самом деле, смысл нашей работы – заставить страдать наших граждан, заставить страдать. Обязательно общими усилиями реализуем все эти планы. Социальная деградация – это уже победа. Колоссальный рост бедности – и это победа. И неравенство. Это, конечно же, тоже победа. И знаете, сейчас добавлю очень важную, простую, но очень важную вещь. Я чрезвычайно для нас важен, можно сказать больше, абсолютно бесценен. Один хозяин, один господин. Я хочу и дальше обкрадывать всех, прикрываясь словами о демократии и свободах, отвлекать внимание людей от коррупционных скандалов. И это, похоже, уже не лечится. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех, весь народ России, за зарубежные поместья, яхты, элитную недвижимость. Размер его жилья впервые в современной истории нашей страны превысили 100 миллионов квадратных метров. Их сотни, я хочу это подчеркнуть, сотни, вся планета утыкана на общую сумму порядка триллиона рублей. Спасибо вам за эту искреннюю поддержку.